have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет-привет! Это Roblox. Ну, я думаю, вы уже догадались, что это за игра. То есть, сейчас эта игра настолько шумит, что не догадаться, что это за игра, очень трудно. Это Among Us. Выглядит она, конечно, называется она, конечно, немножко по-другому. Выглядит она тут, в данном случае, тоже чуть-чуть по-другому. Но факт остается фактом. Где-то среди нас есть импостор. Да. Я сюда не могу пройти? Я знаю. Блин. О, срочное собрание. Знаешь, что, кто? Так, кто? Почему? Так, чувак говорит, я фкашил. Я нажимаю, почему ты скипаешь? Потому что мне нет доказательств, что кто это делает. Кто это? Я вообще завтрак делал. Зачем ты собрал собрание? Я думаю, это Эмир. Почему Эмир? Он в прошлый раз был импостером. Черный такой, я импостер, голосуйте за меня. Прикинь, черного космонавта зовут Черный. Чувак говорит, я думаю, что это Куки. Я не могу проголосовать. Никто. Еще раз, когда я скипнусь. Куки. Почему Куки? Я не знаю, почему Куки. У нас два убийцы, кстати. Да, теперь... Ну нет, ну просто не всегда есть два. Насколько я знаю, что есть один, есть так, два. Так, черная АФК. Перезагрузить печку? Серьезно? Это задание? Я не уверен насчет АФК. Возможно, это его стратегия. Так. Задание выполнено. Ты какого цвета? Я белого. Все, я тебя понял. Я тут пока сервера перезагрузил. Ты убийца, нет? Я не убийца. Откуда я знаю? А-ха-ха! Этот смешок сказал мне о многом. Так. Я-то не убийца. Я не знаю теперь, я не уверен. Я сейчас сижу и чиню. Да-да-да, ломаешь там сидишь, ключиком раздалбываешь компьютеры наши бортовые. Есть. Да, можно еще приседать, я уже не знаю, прятаться, наверное. А, да, сюда я уже заходил. Тут меня как раз и застало это собрание эмердженсовое. Так, у меня еще осталось три задания, которые я могу сделать, помочь своей команде, да? Тили-тили-бум, я знаю где-то... Ладно, беги за угол, так уж и быть, отпущу тебя. Нужно разложить продукты. А то люди, короче, возьмут, посолят там какую-нибудь яичницу неправильно, подавятся и подохнут. Да. Есть. А! Это черный. Труп найден. Это черный. Откуда ты знаешь? Потому что я видел, он меня перед глазами убил. Black guy. Так, я голосую за него. Ты уверен, да? Да. Хорошо. Я прям видел, он в столовой убил парня. Он притворялся, что он АФК. Ну, я же тебе говорил, может быть, это тактика такая. 6 человек против него. У парня ник парень, отлично. А у черного ник черный, да? То есть, ну, все очень очевидно. Да. Так, значит... Ну, 5 секунд. Так. Да! И мне дали ачивочку, кстати. Остался один убийца. Ну-ка, и кто это? Интересно, интересно. Да. Блин, где мои задания? Далековато. Ладно, пойду.
У меня же нету карты. Так, блин, у меня нету карты. Тут нужно знать корабль наизусть. Я еще в оригинальной игре-то все корабли наизусть не знаю, а тут. А, так. Медицинская комната. Это значит. Это я, значит, не соль с яичницей разбирал, а ты бинты разбирал. Хорошо. Давайте вот эти шприцы тоже упакуем правильно, чтобы они не разлетелись, иглами глаза не повыкалывали тут никому. Так. Ну, вы видите, что деланье заданий... Блин, да дайте мне доделать уже! Так, кто? Такой, уппи! Кто это? Кто-то говорит, что думает, что это ты. Но это не я. Самое очевидное сказать, что это не я, все подумают, что это ты. Ты чё? Или это все-таки ты? Это не я. Ты лазил по вентиляции. И тебя увидели. Ну-ка. Блин. Да, я все-таки знал, что это ты. Ты с самого начала хитрил. Я еще тебя выгораживал. Ладно, короче, мы победили. Убийцо. Это не я. Это честно не я. Я буду все отрицать. А, так, хорошо. Вот. Магазин. Тут эти у нас кодики. Это кодики не нет. Честно. Почему не честно? Ты честно проиграл. Все правильно. Так, интермиссия начинается через 10 секунд. Тут нет прыжка. Я только сейчас-то понял. Почему-то я привык передвигаться по Роблоксу такой в припрыжечку с прыжочками и всякое такое. А тут нет прыжка. Я нажимаю прыжок, а его нет. Хорошо. Я так, это. Ага. Хорошо, пойдем. Тили-тили-бом. А цвет у нас не меняется, я так и останусь оранжевым, да, до конца ты игры. Так и останешь. Но пока не выйдешь. А, чувак это делает, ну хорошо. Я не против. Давайте я пока сервак перезагружу. Так, серый за мной ходит, это не очень хорошо, я его подозреваю. Чё ты там стоишь? Так, короче, смотрите, в коммуникации проверить сервис, если оно сейчас сломается, значит этот чувак сломал. Я подозреваю зеленого. Я сейчас и тебя тоже подозреваю, я вообще не знаю. Ты посмотри на эту морду хитрую, сидит такой, это не я, это зеленый. Я реально подозреваю зеленого, потому что он стоял рядом с кем-то. Я начинаю подозревать всех. Черный вообще в АФК стоит. Да, как в прошлый раз. Так, задание выполнено, круто. Нет. Красный. Тело? Да, это черный, я видел. Вот смотри, он стоял в АФК, это как в прошлый раз. Он меня так глазами убил. Я еще выходил. Это не черный. Я это проголосовал это... за него, но это не черный. Скипнул и скипнул. 3-2. Но черного выкинули. Наверное. А, он сам еще не проголосовал, поэтому мы будем ждать еще 12 секунд. Окей, хорошо.
Блин, ребят, не поймите меня неправильно, мне нравится оригинальная игра, Among Us и всякое такое. Ну, сама по себе идея, она не оригинальная оттуда, но так как оно там сделано. Вот это поворот! Теперь я точно знаю, кто убийца. Где кнопка? Вот она. Почему я не могу ее прямо сейчас нажать? Уйди от меня! Иди нафиг! Иди сюда! Иди нафиг! Иди отсюда! Это черный! Блин, вот это тебе повезло! Сюда. Иди с моего корабля. А, я уже не могу писать, черт. Все. Пойду учить. Идите отсюда. Пойду учить трубы. Ага, ломать в смысле. Блин. И, кстати, мы же выкинули невиновного, у нас два убийцы на борту до сих пор. Кроме тебя есть еще одна тварина. Трубы пошел чинить, да, Wi-Fi на борту отрезал. Так. Блин, а я тут не пройду, черт. Безопасность. Иди ко мне. Блин, тут нет вентиляции! Нет, ты ничего не видел! Нет! До свидания. Надо было никого. Не надо было никого убивать. Да! Надо было ждать самого подходящего момента. Ты убил убийцу, кстати. В смысле? У нас было два убийцы. Мы выкинули черного, он был невиновен. Ты убил два человека, кто-то из них был вторым убийцей. Выкинули тебя, и мы выиграли. Нет, убийцу второго нельзя убить. Может быть, здесь можно? Нет. Но у нас же было два убийцы. Да, было два убийцы. Но прямо на голосовании один убийца вышел. А, вот как это произошло. Тут мне показалось, что народу мало. Фух. Ну иди сюда, с ножиком. Так. Надо было с самого начала тебя убивать. Так, ладно, третья попытка. Это не я. А вот теперь я уже не знаю. Мальчик, который кричал волки, два раза говорил не я, два раза был убийцей. Так, ты вроде желтый. Уйди от меня.
ничего фразы. Ну как меня узнали? Потому что, блин, ты это режешь всех направо-налево. Блин. Кто свет саботаж. Выключил? Смотри, дышать первый, не видно. Смотри. Первый, кто выйдет с комнаты света, это будет убийца. А я не знаю, где комната света. Я же говорю, я плохо знаю корабль еще. Ну ладно. Так, двери только что были открыты. Это означает, а там вентиляция есть? Вентиляции нету. Я так думаю. Я не вижу. Тили-тили. Опа, в медицинский кто-то зашел. Тили-тили, папа. А почему... почему дверь в медицинский так, закрылась и не открывается? Нет. Я подозреваю, что это зеленый, потому что он раньше всего вышел из комнаты со светом. Даже не чинив ее. Так, со мной тут фиолетовый чувак какой-то. Ух. Я реально подозреваю зеленого, потому что он вышел из комнаты, ничего не чинил, и при этом вышел из комнаты света раньше всего. Зеленый. Да. Срочное собрание! Это зеленый? Да. Он передо мной только что был. Почему? Почему? Потому что... Гладиолус, потому что ты убийца. Нет. Опять. Да! Нет! Ясно! Я-то как раз и убийца. Я скипаю, я не уверен. Он бежал передо мной, я не знаю, кто, что и как. Нормально. А почему он сам за себя проголосовал? Потому что он невиновен! Потому что ты убийца. Нет, опять! Я видел то, что он вышел с комнаты света раньше всего. Я еще пытался найти. Но он невиновен. Зачем мне, блин, найти, если я убийца был? Он бежал передо мной для того, чтобы сделать задание. В том-то и дело, когда ты объявил, не знаю, кто объявил, ты объявил, не ты объявил, срочное собрание. Так вот, зеленый бежал прямо передо мной для того, чтобы сделать задание. Но когда я выходил из комнаты света, я видел, как он выходил в моей стороны. Я думал то, что он из комнаты света вышел. Блин. Так, а тут уже подозрительно. Зачем все подряд ломать? Черный? Я думаю, что это черный. Ну, то есть, он стоял рядом со мной, пока я что-то чинил. За мной находился реактор. Когда я пока он чинил, он подошел к реактору, после этого реактор сломался. Я думаю, что это он. Да, это он. Теперь я точно уверен, что это ты. Он сначала в меня оранжевого, а потом... Так. Блин. Может, это ты? С чего бы я-то? Я точно знаю, а что это ты. Ты убил черного просто так. Нет, потому что я делал задание в реакторной, и чувак пришел туда, и реактор сломался. Я думал, что это реально он. Я не знаю, как здесь работает механика слома. Возможно, я ошибаюсь тогда. Просто я потом починил реактор. А то... кислород. Надо понять, где абсолютно вся комната. Так, по-моему, следующий должен быть свет. Нужно поджидать возле компьютера. Но я с самого начала говорил. Я с самого начала думал, что это он. Но я такой подумал, а вдруг нет. То есть нас просто задушили? Да, нас просто задушили. Офигеть. Стоп, они каждый раз были в двух разных местах, и каждый раз бум-бум. И как только первый приходил, они убивали чувака и уходили в вентиляцию. Да, видимо. Ладно, ребятушки, вот так мы сегодня поиграли. Спасибо, что были с нами, и я думаю, мы увидимся с вами тогда в следующих сериях «Бесконечных мирах Роблокса». А на этом у нас сегодня все. Спасибо, всем удачи, добра, бобра, всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда.